давно не играл. Вроде мехи есть, звери есть. Плюс давно не играл этим героем. Может, это скажется. Что за грильмастер? Новый герой? Да? Новый герой грильмастер. Обилка как у лича. Блин, прикиньте, эти спамботы научились подписываться на канал. Надо ставить сапку, чтобы они сапку еще оформляли. Объясни, что за ставки на Твиче. Там можно делать ставки. Видимо, нету, да, модеров. Вообще ни одного модера, обнаглели. Не ходят. Сейчас прогноз запущу. Они отписывают сразу, вот же утырки. За Юдору посмотрела. Завтра будет выпуск про Юдору, кстати, на канале. Просто имени Лич не сохранилось. Лич — это не имя, Лич — это титул. И Болвар тоже Лич. Он следующий Лич после Лич Кинга. Хвосты попытаемся, да? Давай лютую экзодию на гриле. Отличное видео. Люди будут думать, что это новый герой, а они зайдут, посмотрят, а это Лич простой. Перерождение на Гулю. Минус твой стол, да? Если он дарит сейчас в 4-5, шанс, наверное. Хотя... так, я не могу победить, один хп не хватает. Перерождение на Гулю, отряд самоубийц. Это, наверное, надо перерождать будет, это тоже возьму. Выглядит неплохо. Играть можно. Интересно, король Лич это уже с Артасом. Король Лич — это Артас. А Болвар — это Болвар. Он занял место короля Лича, когда того свергли. Размены, конечно, почти на ничью, боже. Блин, чё мне дракона брать? Блин, ну надо первым бить, чтобы место освободилось на перерождение. А до Артаса кто королем личом был? Артас первый король лич. Нет? Нарзул? Лич Басхел, наверное. Никто там, просто Нарзул был. Просто был предводитель нежести. А потом поставили, как, грубо говоря, охранника в мир иных.
этим спамера. А, ну так, кстати, нормально. Им, в принципе, пофиг, наверное, да? Сколько ждать? Боты могут ждать вечно. Сколько мне поставить? На весь стрим, что ли? Потому что так мы и будем смотреть. Да господи, ну. Еще модеров нет. Все лагает, ничего не могу сделать. Забаньте, они новых нас создают. Че, вот это будем брать. Что делать-то? Вот это я хочу ставить. Да и в обилку, наверное. В это, наверное, не пойдем. Свинья. А им пофиг вообще на время, офигеть. Офигенные они. Им вообще посрать на время. Они научились обходить это. Ну давайте, попробуйте вот это обойти. А, я знаю, как сделать. Они же несколько сообщений спамят. Можно просто этот сделать. Промахнулась? Ты что, нам Наоми забанил? Че, наверное, в левел пойдем, да? Че здесь искать? Ну, это неинтересно. Еще одна крыса. Ну, я ее фризить не буду. Это звери. Сейчас, погодьте, настроим. Короче, не для модеров. Еще бы не лагало, вообще бы здорово было. Так, подписчики. Минимальный срок подписки 10 минут. И ограничение на отправку сообщения 25 секунд. И все. Я хитрый. Больше никаких горячих девочек в чате. Да, теперь только горячие мальчики. Блин. Ох, нифига себе, как ему не повезло. Чем 25 секунд, ни больше, ни меньше. Успеем забанить хотя бы одного. О, это триплет. Че, в левел собираем триплет? Или как, или ход подождем? Ладно, не хочу ход ждать. Голдрин на ресет, да? На рефреш. Как они модерацию с это? О, смотри, слушай, они этот. Так, девочки.
Кончайте, девочки. Ну ладно, я тогда это поставлю. Тогда мы поставим спонсорскую. Случайно никто не видел горячих девочек? Только горячих мальчиков. У нас тут по мальчикам все. Так что вы не вписываетесь в наш антураж. Ну куда ж ты бьешь-то, блин, а? Куда ж ты бьешь? Ищи теперь ару и остальное. Вот ищи теперь тут, ищи свищи. Сим, вот сюда надо бить. Срочно. Ну куда ты бьешь? Я сказал сюда. Хотя бы парочку. Ну слушай, это классно. Я бы хотел вот сюда Аргуса кинуть. Раз мы все равно это вскрываем. И Ривендер, вау. Все, чат, я вас лишил горячих девочек. Теперь только старые мужики. Блин, это я не могу. Можно вот это скинуть, это взять? Как варик, да? Жирнее будет. Правда, ему теперь отдавать Голдрин, но зачем демону Голдрин, правильно? Правильно. А мы его вообще выбьем к хренам собачьим. С таким столом. Грув, привет. Благодаря тебе подсел на эту игру. Звучит как это, обращение к наркодиллеру. Мы за лича играем, нам бы что-нибудь похолоднее. Oh. Ну да, тут главное на выселение. Опа. Ну куда ж ты бьешься, гидра-то? Поганая. Вот так вот. И второго сюда. Во. Вот это уже нормально. Благодаря грубу подсел на горячих девочек. А Ривендер будет действовать на перерождение, конечно. Я думаю, что с таким столом можем смело в левел топать. Ух ты. Насчет гибельной змеи. Ну, это, конечно, не то, что хотелось бы, да? Ты кто, свинообраз? Ну, воровать я у нее ничего не буду. А не лучше Кадгар под перерождение, чем Ривендер? Ну, тогда надо слот освобождать. Че, не поспамить, да? Горячее дело. Не поспамить. А, Ира, спасибо. Музыка отличная. Лучше вторая гидра, чем змей. Коду Экзодия будет. Ну, для Экзодии Ара нужна. А Ривендер будет призывать под перерождением двух Голдринов. Но если ты поставишь Кадгара, из-за Кадгара будут призываться двое. Но для этого надо освободить слоты. Ни разу вожак не сыграл, короче. Надо от него отказываться в пользу любого зверя. Ну, в Мексу хоть бей, а. Ну. Ф-
Ну, можно, конечно, так поиграть, но это полный бред. Типа, кидаешь перерождение, освобождаешь два слота. Ну, это фигня. Да ё-моё, дай мне зверей, а. Я чё, зря в левел вышел, а? Пипец какой-то. Ну, хотя бы тебя. Все, ты все равно не играешь, нафиг пошел отсюда. Тут тоже звери. Как новичкам играть в этот режим, пока читаю описание карты, время заканчивается. Ну, прочитай тогда все карты просто где-нибудь на сайте изначально, чтобы знал, что за карты. Сорок пять. Блин, жесть. Этого я убил. Мне, наверное, не хватит. Хотя, минус мамаша может и хватить. Могу вот на эту штуку его выиграть. Хорош. Это было четенько сейчас. Блин, ну как так этого чувака? Он всех моих зверей стырил. Ой, а вот сейчас получай по лицу. Блин, еще и Ривендер в триплете, офигеть. Блин, надо было выбивать его. О, Абрана, если найду. О, смотри-ка, Ляча нашел. Мамка. Мамка, гидра. А если еще дракона? Не этого. Ара. Ну, ара, да, норм. Не знаю, хочется под мамашу сделать. Мордран, спасибо большое за 50. Протонули, спасибо за акцию Газпрома. Хайрол. Минус мама. Сто процентов винрейт. В течение какого времени появляется донат, но должен сразу вести все нормально. Если взять баблерш. Зачем нам ара, собственно, когда у нас Голдрин под таунтом? Против этого меха гуля, наверное, нужно. Давай зафризим на всякий случай. Против этого нужен пыч, против этого нужно гуля. А можно... Не, мамку нельзя продавать.
С арой два раза срабатывает. Опять я против этого играю. Ну, против него песчану надо, наверное, поставить. Поблёрш... А, блин, надо было гулю, да, взять. Пыщав триплет. Чтобы убить Ривендера и еще и что-нибудь зацепить за собой. Не нашел, короче. Ничего, пыща ставим. Вместо мамки. Он первый бьет. Не, ну понятно, что перерождение суда. Если я бью первый, конечно, можно ару оставить. Ладно, какая нафиг разница. Мамка-то все равно хуже. Откуда ты знаешь историю Хардстоуна? Нету истории Хардстоуна как таковой. Потому что это игра по этому, по Вову. Ну, если я первый, я точно справился. Блин, 15 по нему жарил. Надо первым бить. Он первый ударил. Жжи. Ривендера-то я убью, а толк-то? Он до своих гидр раньше дойдет, чем я. Еще идеальные гидры. Хотя ничья у нас, лол. Но если бы я первый ударил, я бы его выбил. 70%, да? Но если он его победил, то и мы должны побеждать, да? Какой смысл нам гулю брать? Ну, придется от пища отказываться, не знаю. Квесты подъехали. Ривендер. Ривендер и Ара в триплет. Голдрин. Ара, будем брать. Воль, спасибо за 50 рублей. 500 рублей за переход в ладдер. Ну-ка, давайте сделаем аукцион. Кто за БГ даст больше? Зачем волка в конец? Ну, могу вот сюда поставить. Ближе, ближе не могу. Надо гидрами играть. Битва зверюк, да, походу в финале будет. Если меня сейчас, конечно, не выселят. Потому что я бы хотел сейчас в ничью сыграть или проиграть, но не сильно. Чуть-чуть проиграть. Я бы 5к дал, но нету. Сейчас ладдер выиграет, смотрите. Да думает, Аля, ну собрались тут зверюхи, блин.
Ой, что, пуща искать? Или он сейчас, типа, попытается от пуща отыграть? Как вы считаете? Ара в триплетную я взять не могу. Блин, ролл классный, конечно. Если мы тебя продадим... Ой, что такое? Алло, игра! Алло! Ну, твою мать! Зафризим. Первым надо бить. Да ё-моё, опять он первый бьет. У меня гидры бьют раньше. Куда ты бьешь гидры, а? Давай вот сюда бей. Вот сюда. Куда вы в бок-то бьете? Пипец какой-то трэш. Под Ривендера змею нужно брать? И все ары можно продавать, если ты змею будешь брать. Было одно матершинное слово, еще два мата и баним стримера.